Людмила Александровна регулярно участвует в субботниках в Звенигороде. В этот раз ей и другим жителям предстояла нелегкая задача – очистить лес в микрорайоне Супонева. Работы предстоит немало, но активистка уверена, что собравшаяся компания с ней справится быстро. Народ пришел с удовольствием. Ждут, все очень любят этот лес, все его обожают. Он такой красивый, сияет все. Поэтому хочется, чтобы он был аккуратным, осветленным, очищенным, ухоженным. Именно на этой территории в будущем построят новый парк, который станет центром притяжения для звенигородцев. Поэтому поддержание чистоты и порядка здесь особенно важно. Эта территория 35 гектар. Она находится в ведомстве нашей дирекции по управлению парками. Но сегодня на субботник пришли и школьники, и неравнодушные жители, и общественники. И, в общем-то, наше территориальное управление, и близлежащие территориальные управления, вот Ершова, например. Задач много – отпилить сухостой, собрать мусор и вывести отходы от бывших незаконных построек в лесу. Вместе веселее и эффективнее, уверена руководитель дирекции парков округа Оксана Артюхина. Собрать активистов на субботник в этот раз оказалось просто, ведь большинство жителей неравнодушны к своему городу. Желающие присоединиться к следующим акциям могут искать информацию в соцсетях. У дирекции парков есть чат общественного совета, к которому присоединяются активные посетители парковых территорий, инициативные жители. Также информирование на мероприятия проходит через социальные сети и сайты теруправления, через администрацию Одинцовского городского округа. Ну и также мы находимся непосредственно на связи с общественными организациями. Всего на субботник в Супонево пришли 200 человек. Как показывает практика, привлечение к уборке жителей позволяет не только навести порядок на территории, но и сделать самих граждан более сознательными и культурными. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».